Сломался будильник. Он понес его ремонтировать. Часовой мастерской приемщиком оказался тоже Чукчи. Открывает он будильник, а оттуда вываливается дохлый таракан. Ну, приемщик горестно вздыхает. Все, не будет работать. Почему, однако? Видишь, механик умер. Разряженный Чукча на дискотеку и тащит с собой огромный лист железа. Его спрашивают, что это значит? Чук, куда ты тащишь-то? А Чукча говорит, Чукча металлиста, а? В купе поезда едут Чукча и Русский. Через некоторое время русский Чукчу спрашивает, а что это ты глотаешь какие-то таблетки, а потом пищишь? Пи-пи-пи-пи, а? А Чукча говорит, а это я лекарства принимаю, однако. Вот тут написано, после приема пищи. Разговаривают две чукотские женщины, обсуждают своих мужей. Мой мужик постоянно требует, дай денег на огненные вода. Хочу, чтобы мозги затуманились. И ты ему даешь? А? Даю, однако. Сразу же по мозгам даю. Получил Чукча новую квартиру. Через месяц друг его спрашивает, ну как там в новой квартире? У тебя же лифт, две лоджии, десятый этаж, а? Все хорошо, однако, только на десятый этаж пешком ходить устаю. А что, лифт не работает? Не, лифт-то работает, но тут написано, на четверых человек только. А каждый раз ждать еще троих времени нету. Подрядились два Чукчи построить баню. Ну, построили. Осталось сделать полки. Они задумались, строгать доски или нет. Если острогать, то они будут скользкие. Упасть можно. А если не строгать, всю задницу занозишь. Думали, думали и решили доски острогать, но строганной стороной положить вниз. Русский и Чукча пошли охотиться на белого медведя. Медведя благополучно отыскали, русский уже хотел было стрелять, но Чукча схватил его за руку. «Бежим!» Ничего не разобрав, русский побежал вслед за Чукчей. Бежали они, бежали, добежали до стойбища. Тут Чукча и говорит, вот теперь стреляй. Убили они медведя, а русский спрашивает, «Слушай, Чукча, а чё это мы столько бежали? Могли бы же медведя там сразу и убить». Около берлоги. Хе-хе. А тащить, однако, его потом далеко. Спрашивает Чукча у геолога. Скажи, а женщина наполовину белый, наполовину черный может быть? Не, не может. Или вся белая баба, или вся черная. Во. Говорил ведь Ваське, что это пингвина. Спрашивает Чукча у русского.
Сколько у тебя братьев, а? Один, говорит. Странно, однако. А твоя сестра сказала, что у нее два брата. Чукча художник, пишет лозунг на плакате. Мир, труд, май. У него, значит, остается там еще много места. И он, немножко подумав, дописывает. Июнь, июль, август, сентябрь. Чукча директор вызывает к себе подчиненного русского и говорит: «Ты почему Чукчу Федя вчера дураком назвал, а?» «Ну, как же мне его это было не назвать? Ну, сами посудите. Вчера после работы решили мы с ним выпить. Зашли в магазин, взяли бутылку. Выходим, а я ему говорю: сбегай, слышь, к себе домой, узнай, дома ты или нет. Тогда и пойдем к тебе». Ну, он и побежал. «И правда дурак, однако», — говорит директор. «Можно было по телефону позвонить, а?» Чукча на дереве и пилит суп, ну, на котором сидит. Мимо проходит мужик. «Слышь, Чукча, смотри, упадешь!» «Однако вряд ли», — отвечает Чукча и тут же падает. Поднимается, смотрит, значит, вслед мужику и говорит: «Шайтан, однако!» Чукча бензопилу. Через неделю приносит ее в магазин обратно и жалуется. В инструкции сказано, что ею можно спилить 300 деревьев, а я спилил только 200. «А какой маркой бензина вы пользовались?» «Бензина? А туда что, бензина надо заливать, однако, а?» Чукче родился пятый ребенок. Ну, Чукча пошел его регистрировать. Пишет: национальность матери – Чукча, национальность отца – Чукча, национальность ребенка – китаец. Ему говорят: как же это так? Почему ребенок китаец, если оба родителя – чукчи? «Однако я вчера в газете читал, что каждый пятый родившийся на земле – китаец». Чукча, ты сникерс пробовал? Пробовал, вкусный, однако. А вот моя покупал тампакс, еле разжевал. Попал Чукча в русскую деревню, ну и впервые увидел колодец. Спрашивает местного жителя: хороша ли в них вода? «Вода у нас просто класс», — отвечает он. «Еще мой дед пил из этого колодца». «О, неужели у твоего деда, однако, была такая длинная шея?» Купил Чукча головоломку. Ну, месяц сидел с ней, все собирал. Собрал. Приходит к другу, показывает: «Вот купила головоломку, месяц собирал, однако. Как думаешь, долго ли, а или нет?» Ну, друг взял головоломку, посмотрел со всех сторон, потом говорит: «Конечно, быстро. Вот смотри, здесь написано «от 3 до 7 лет». Говорит русский Чукче: «Чукча, отгадай загадку, а? Отгадаешь, я тебе даю 1000. Не отгадаешь, ты мне даешь. Хорошо?» «Хорошо». Ну, русский загадывает: «Что такое? Одна, внутри красная, снаружи черная и блестящая». «Тюленя?» «Нет». «Оленя?» «Нет». «Тогда сдаюсь», — говорит Чукча и отдает 1000.
Так это же одна калоша, слышь? Ну давай еще. А вот что такое? Две? Внутри красные, снаружи черные и блестящие, а? Тюленя? Нет. Оленя? Нет. Не знаю. Да это ж две галоши. Ну, Чукча кладет еще 1000. Ночь. Русские чукчи сидят и играют. 2575. Внутри красные, снаружи черные и блестящие, а? Тюленя? Не. Оленя? Не. Ну, не знаю. Так это ж 2575 галош. Хе-хе. Давай 1000. Поспорили татарин, еврей и чукча, какой же национальности был Ленин. Ну, еврей говорит, нет никаких сомнений, Ленин был еврей. Букву «Р» не выговаривал, руку в пройме жилеткой держал, а это чисто еврейские штучки. Нет, возражает татарин, Ленин был татарин. Учился в Казани, жил в Казани, сидел в Казани, конечно, татарин. Чукча долго-долго молчал, а потом и говорит, нет, Ленин был чукча, однако. Почему? Шибко умный был, а? Идет мужик по улице, смотрит, чукча ставит столб и лезет на него. Упадет, значит, с него, снова ставит и снова лезет. Чукча, а ты что делаешь-то? Хочу высоту столба измерить, однако. Ну так это, ты его положи, измеряй. Так однако это длина получается. В Москве Чукчу пригласили в гости и угостили пельменями. Ему очень понравилось. Он узнал, значит, рецепт и через некоторое время приглашает друзей к себе на пельмени. Ну, приходят гости, Чукча встречает их с завязанной челюстью. Чукча, что это с тобой, а? Да что-то мясорубка разболелся. Едет Чукча на собачьей упряжке и во все горло распевает песню. Мы поедем и помчимся, красный, желтый и зеленый. А его спрашивают, Чукча, а что такое красный, желтый, зеленый, что ты поешь? Это цвета музыка, однако. Командировочный геолог спрашивает Чукчу проводника. Когда поедем, Федя, а? Завтра рано-рано утром, после обеда, однако. Чукчи по тундре. Видят, самолет летит. Это правительственный летит, говорит один. Нет, это не правительственный летит, говорит другой. Откуда, однако, ты знаешь, что не правительственный, а? Была бы правительственный, 4 мотоцикла бы впереди летели, а? На собачьей упряжке едут двое чукчей. Неделю едут, вторую едут. Скучно. Наконец один чукча говорит другому. Вася, хочешь анекдот расскажу? Политический? Политический. Не надо. Услышат, зашлют. Геолог заблудился в тундре. Устал, выбился из сил, не знает, в какую сторону идти, куда, чего, где север, где юг. Остановился посреди сугроба и кричит «Люди! Люди!». Из-за соседнего сугроба выходит чукча и говорит «Как в городе, так чукча ебаный, а как в тундре, так люди, а?». Появилась в тундре буровая установка. Ну,
ну, ищут нефть. Чукча подходит к геологам и спрашивает. А что здесь делают, однако? Бурят. Чукча не дурак, однако. Чукча знает, как бурят делают. Выиграл Чукча по лотерее «Жигули». Ну, приехал к себе в стойбище, все чукчи собрались, осматривают машину. Один гладит фары, большие глаза, однако, а? Другой, значит, похлопал по капоту, крепкая шкура. Третий увидел выхлопную трубу, самец, однако, а? Чукча в лодке. Навстречу два мужика тоже в лодке. Чукча, ты не видел тут человека, который кричал? Нет, не видел, однако. Ну, если увидишь, нас позови, хорошо? Чукча плывет дальше. Смотрит, человек болтается в воде и кричит. Помогите, тону, помогите. Чукча ему веслом по голове долбанул. Мужик, прячься, там тебя ищут. Идут два чукчи по лесу. Один тащит на себе телефонную будку, а другой бревно. А зачем тебе, однако, телефонная будка? А если волк нападет, я в нее спрячусь, однако, а? А тебе зачем бревно? Ого, вот если волк нападет, я его брошу, и бежать будет легче, однако, а? По реке плывет лодка. На корме сидит чукча и курит трубку. Его жена сидит на веслах и гребет против течения. У чукчи сосредоточенное выражение лица, он думает. Хорошо, бабе, греби себе и греби. А тут думать надо, однако, а? Один бизнесмен подарил чукче КамАЗ. Через год они встретились, и бизнесмен спрашивает чукчу. Ну как машина? Хорошая машина, однако. В кабине тепло, фары тундру освещают. Одно плохо, собачки быстро устают. А? Летят муж с женой, значит, на Чукотку. Билеты им достались в разных салонах. Ну, рядом с женой сидит чукча. Как они его не уговаривали поменяться, он ни в какую. Ну, стюардесса увидела это дело, подошла к чукче и что-то ему сказала на ушко. Чукча схватил свои вещи и бегом в другой салон. Ну, пассажиры спрашивают, что же вы такое ему сказали? А стюардесса говорит, да я сказала, что эта половина салона на Чукотку не летит. Два чукчи убили моржа. Взяли его, значит, за хвост и волокут в стойбище. Тянуть неудобно, хвост выскальзывает, клыки за лед цепляются. Навстречу им идет геолог. Посмотрел он на них и говорит, ребят, а вы возьмите его за клыки, удобнее же тащить будет. Ну, чукчи послушались его, стали тащить за клыки. Через полчаса один говорит, а, геолог-то умный, однако, тащить легче стало. А другой говорит, дурак твой геолог, гляди, опять к морю пришли. Идет чукча берегом реки. Навстречу ему вверх по течению женщина волоком тянет лодку. А в лодке сидит другой чукча, курит трубку. Здоровается. Здравствуй, чукча. Где был, что видел? Охота ходил, белка глаз стрелял. А ты как? А я вот свою бабу в город рожать везу. Сидит чукча на нартах возле чума и играет с собакой в карты. «Какая у тебя умная собака!» – удивился заезжий геолог.
Почему умная? Обижается Чукча. У нас ничья, однако. Разбогател Чукча и купил себе машину. Такси. Поскольку в семье никто машину водить не умел, пришлось нанять и шофера. Шофер приносит каждый день выручку, но Чукче кажется, что слишком мало. Шофер оправдывается тем, что слишком мало пассажиров. Тогда Чукче решил его проверить. Все с семьей набились битком в машину и целый день колесили по городу. Машину, конечно, никто ни разу не остановил. Тогда Чукче говорит жене: «Однако зря я ругал шофера. Пассажиров-то совсем нету». Геологи застряли в тундре со своим вездеходом. Ну, никак не могут выбраться. Мимо проезжает на оленях Чукча. Остановился, посмотрел, закурил трубку и говорит: «Начальник, ставь бутылка огненной воды, скажу, что тебе надо делать». «Да пошел ты на... Без тебя мы тут как-нибудь обойдемся, а?» Чукча уехал. Через 3 дня едет обратно. Геологи все еще сидят на том же самом месте. Теперь уже начальник останавливает Чукча. «Чукча, вот тебе 2 бутылки, только скажи, что надо делать?» Чукча забирает водку, значит, трогает оленя и на ходу говорит: «Трактор тебе надо, начальник, однако, а?» Чукча на лодке по небольшой речке, ну, любуется природа и поет: «Какой красивый тайга кругом, однако, в лесу много морожки созреет, однако, собирать будем скоро, однако». Смотрит, значит, за поворотом на берегу речки сидит мужик и исправляет нужду. Вот шайтан, плюется Чукча, такую хорошую песню испортит. Чукча «Жигули». Поехал на них в Москву. Через неделю высылает телеграмму: «Доехал хорошо, выезжаю назад». Ну, родственники ждут его, ждут, а он все не едет. Наконец, через 1/2 года появляется. «Вот дурной машина, однако. Вперед ехать 4 скорости, а назад всего 1». Приехал в чукотское стойбище фотограф. Всех перефотографировал, стал печатать снимки, смотрит, они все на 1 лицо. Ну, он, значит, всех и отпечатал с 1 негатива. Раздал фотокарточки. Один Чукча смотрит и улыбается. «Смотри-ка, морда мой, а рубашка Васькина». Над чукотским стойбищем зависает вертолет. Оттуда начинают спускаться люди, значит, принимают груз. Маленький Чукча спрашивает отца: «А что это такое, папа?» «А это геологи приехали. Огненные вода привезли. Наших мужиков будут мордой бить, наших баб будут трахать. Экспедиция называется». Пошел Чукча к шаману узнать, какая будет зима, холодная или нет. Шаман подумал и отвечает: «Однако холодная, иди, Чукча, дрова заготавливай». Чукча ушел, а шаман задумался, какая же будет зима на самом деле. Решил пойти к геологу и узнать. Приходит, говорит: «Геолог, а скажи, какая будет зима?» «Холодная, очень холодная», говорит геолог. «Точно знаешь?» «Точно! Вон, видишь, Чукча уже дрова заготавливает». Егерь поймал на озере Чукчу браконьера. «Ты почему эту утку бьешь, а? Моя стреляет селезень». «А как же ты можешь на лету определить, утка это или селезень, а?»
Однако очень просто. Если моя попал, значит селезень. Если же моя промазал, значит утка. О! Окончил Чукча университет марксизма-ленинизма. Ну, вернулся домой. Земляки окружили его и спрашивают, что нового он там узнал. «А очень-очень много узнал», — отвечает Чукча. «Мы всегда все думали, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс — это муж и жена. А оказывается, это четыре разных человека». Возвращается Чукча из поездки на курорт. Его спрашивают, ну как там на юге? Хорошо, тепло, однако. А сигареты с фильтром курил? Курил. Ну и как? Фильтр ничего, а дальше как беломор. На юге купил Чукча верблюда. Ну, привез к себе домой, значит, в стойбище. А что с ним делать, не знаю. Ну, повел верблюда к шаману. Шаман долго-долго ходил вокруг, смотрел, потом спрашивает. Рыбу ест? Нет. Значит, не тюленя. А ягель ест? Нет. Значит, и не оленя. Так это же кэмел. Его курить надо, однако, а? Чукча в Москве, но был занят, что не успел рассмотреть достопримечательности столицы. Берет такси, значит, и по дороге на вокзал просит шофера рассказать ему о Москве. Ну, шофер отвечает, да, что вам, Чукчам, рассказывать, вы такие бестолковые. Ну, вот если отгадаешь загадку, тогда расскажу. Ну, Чукча согласился. Шофер говорит, вот от моей матери, а не я, это кто? Чукча долго думал, ну, значит, не отгадал. Говорит, ладно, шеф, сдаюсь, однако, а? Ха-ха, говорит шофер, так это ж мой брат, видишь, как просто. Ну, вернулся Чукча к себе домой, вся, значит, там вся родня и все там соседи просят его рассказать, что ж там в Москве, как, что он видел. А Чукча говорит, отгадайте загадку, расскажу, а не отгадайте, нет. Ну, от моей матери, а не я, это кто? Ну, Чукчи долго думали, совещались, наконец, значит, сдались, говорят, не знаю. Ха-ха-ха, ладно уж, расскажу вам. Живет в Москве таксист, так это же его брат. Экзамен в чукотской школе. Вася, а что такое чернила? Черное, чем мы пишем. Правильно, а что такое чернильница? Это куда чернила наливают. Молодец. Один класс вперед пойдешь. Пришел Чукча на свидание. Стоит у крайней яранги стойбища, значит, держит в руках термометр. Смотрит на него и говорит. Подожду до -40. Если она не придет, все, ухожу домой. Двое Чукчей нашли бомбу и пилят ее. Значит, к ним подходит мужик и говорит, вы же делаете, она же сейчас взорвется. Ничего, у нас еще одна есть, однако. У Чукчи спрашивают, а какая самая сильная и большая птица? Дельтаплана, однако. Почему это? Большая, сильная. Чукча три раза стрелял, пока человека дельтаплана выпустил. Встречаются два соседа Чукчи. Ты где был, Вася? Рыбалка ходил, карасей ловил, однако. Много поймал? Ни одного. Откуда ж ты знаешь, что карасей ловил? Ой, ты на
Вернулся Чукча из армии. Родители его ругают. Ты почему домой из армии за 2 года ни одного письма не написал, а? А Чукча говорит, а почему вы мне адрес не сообщили? Когда Чукча вернулся из армии, ему говорят, как же ты только там служил, наверное, самый глупый был, да? Нет, там был один армянин, глупее меня, однако. 2 года все думал, что я женщина. Учительница в чукотской школе говорит, я уже который раз объясняю, что половина не может быть большей или меньшей. А большая половина класса этого никак не понимает. Покупает Чукча холодильник. Его спрашивают, зачем же он ему? На Чукотке и так холодно. Чукча в нем греться будет. На улице -40, а в холодильнике -4. Сидит Чукча на берегу океана и приговаривает. Ох, устал сегодня Чукча, ох, устал. А его спрашивают, а шо ж ты так устал, а? Однако думал сегодня, очень устал. Да почему ж очень устал-то? Однако сегодня целых 3 раза думал, а? Чукча телевизор, приносит его в чум и говорит, значит, жене. Жена, смотри, я телевизор купила, а? Однако дурак ты, Чукча, говорит жена. У нас же электричества-то нету. Чукча не дурак, однако. Я и розетку купила. Идет по тундре геолог. Смотрит, Чукча копает яму. Ты зачем яму копаешь, а? Однако мне надо сфотографироваться по пояс. Ну, геолог покачал головой и пошел дальше. Возвращается назад, смотрит, Чукча 2-ю яму копает. А зачем тебе 2-я яма? Однако сказали, что в 2 экземплярах. Заходит Чукча в чум и спрашивает жену. Чайник кипела? Кипела, кипела, однако. Чукча берет чайник, наливает себе чай и видит, что вода холодная. Тогда он хватает чайник и запускает им в жену. Жена уворачивается от чайника и говорит, а хорошо, что не кипела, однако, а? Как Чукча проверяет качество спичек, а? Вот, достает спичку из коробка и чиркает ею. Если спичка не загорается с первого раза, значит плохая, он ее выбрасывает. Если спичка загорается с первого раза, значит хорошая. Чукча ее аккуратно гасит и снова убирает в коробок. О! На берегу океана Чукча ловит рыбу. Вдруг всплывает американская подводная лодка. Эй, Чукча, где мы находимся? Здесь Чукотка, однако. Срочное погружение, курс Зюйт-Зюйт-Вест. Только американцы уплыли, всплывает русская подводная лодка. Эй, Чукча, тут американцы не всплывали? Всплывали, однако. А куда направили? Зюйт-Зюйт-Вест, однако. Да ты что, долбаный? Бля, не выделывайся, ты рукой покажи, а? Перед сном Чукча говорит жене, поставь около меня на ночь 2 стакана, один с водой, а другой пустой. А зачем пустой, спрашивает жена. Глупая ты баба, однако. Ночью я могу захотеть пить, а могу же не захотеть, а?
пугает Чукча свою жену. Ну, дура ты, дура, баба, ну вот как дерево. И стучит по столу, тук-тук-тук. Жена ему говорит, ой, кто-то пришел, пойду открою, однако. А? Сиди, дура, баба, сам открою. На ловца и зверь бежит, подумал белый медведь, подкрадываясь сзади к Чукче, который вышел поохотиться. Идет Чукча по улице, несет два воздушных шарика. Под мышкой держит дудку и тянет за веревку двух коров. А его спрашивают, Чукча, ты куда собрался? Иду к Ваньке в гости, однако. Он мне сказал, чтобы я принес два пузыря, привел двух телок, и мы с ним всю ночь гудеть будем. А? Приехал Чукча в город, поселился в гостинице и привел на ночь к себе проститутку. Утром расплачивается с ней тремя песцами. Она думает, три песца маловато, надо еще у него выманить. Чукча, а давай еще побалуемся, говорит проститутка. Чукча согласился. Побаловались. Проститутка смотрит, а Чукча и песцов обратно к себе забрал, значит, в сумку укладывает. Она возмущается. Ты зачем песцов забираешь? Чукча хочет, Чукча платит. Ты хочешь, ты платишь, однако. Вернулся Чукча из тундры домой. Чего-то ему хочется, а чего не знает. Жена за ним ухаживает, однако, может, кушать хочет. Сели, поужинали, все равно чего-то хочет. Однако, может, ляжем, полежим, побалуемся, а? Лягли, полежали, утром просыпаются. Однако, что же Чукча хочет? А, хочу лыжи снять. Приехала киностудия «Мосфильм» на Чукотку снимать кино. Ну, одному Чукче очень понравилась русская актриса. Он ее, значит, давай обхаживать там, ну, чтобы, мол, так переспать с ней. Значит, стал одаривать ее там шкурками, предлагать еще больше. Завалю соболями и песцами, однако, говорит. Но она думает, да ладно, это ж целое состояние. Черт с ним, с Чукчей. Ну, что он там, помусолит и все. Короче, согласилась. Только поставила условие, чтоб в чуме, значит, была настоящая кровать. Ну, установил Чукча в чуме кровать, значит, женщина легла. Чукча забирается на нее, попрыгал немножко, значит, и шмык под кровать. Потом вылезает, залезает, снова попрыгал, снова шмык под кровать. И так несколько раз, значит, женщина уже, значит, удивляется, что же это такое. Потом возмущается, ну что ж ты делаешь, в конце концов, мы с тобой тут что делаем, а? Все, хватит, мне надоело, больше не будем. Чукча вылазит из-под кровати, говорит, жалко, однако, нас еще тут всего 8 человек осталось. А? Двое Чукчи сняли женщину. Она ими говорит, чтобы я не родила, вы должны надеть презервативы. Они согласились. Провели с ней, значит, ночь и разъехались в разные чумы свои. Ну, Чукчи встречаются снова только через полгода. Один говорит другому, слушай, может, снимем, а то уж больно писать хочется, а? Ну, давай снимем, говорит, однако, пускай рожает. Спрашивает Чукча в Москве у мужика, где можно найти недорогую доступную бабу. Тот ему советует, да отправляйся на любой вокзал, только на Казанский не ходи, ладно? Но Чукчу занесло именно на Казанский вокзал. Там он сразу же нашел себе, значит, бабу, накупили они выпивки, закуски и отправились к ней домой. Только доходит дело до постели, открывается дверь, и в квартиру входит тот самый мужик, у которого Чукча спрашивал совета.
засучивает рукава и говорит: «Объяснял же тебе, не ходи на Казанский». Женился Чукча на русской. Ну, его спрашивают: «Как твоя русская жена?» «Хорошая жена, только шибко грязная, однако». «Почему?» «Каждый день моется». «Слушай, Чукч, а ты знаешь, что твоя баба гуляет?» «Пусть гуляет, однако, она тепло одета». В магазине никак не может выбрать жене подарок. Немного подумав, он обращается с просьбой к продавщице: «Скажите, пожалуйста, если бы вы были моей женой, что бы вы выбрали, однако?» А девка говорит: «Другого мужа». Погнал налито оленя. Через полгода возвращается, значит, родное стойбище. Жена беременная. Ну, побил он ее и требует признаться, от кого ребенок. Та начала вспоминать, кто и когда у нее был. По всем срокам Вовка-геолог. Ну, говорит мужу, что может быть и Вовка-геолог, но мы же предохранялись. «А как вы предохранялись?» — спрашивает Чукча. «А он мне на морду подушку ложил, однако». Пришел Чукча к врачу. «Доктор, у меня бок болит, а?» «Который, правый или левый?» — спрашивает доктор. Чукча задумался, а потом говорит: «Однако тот, которым я к стенке стою». Пришел Чукча к врачу и говорит: «Доктор, сделай что-нибудь, а то все Чукчу дураком называют». Ну, Чукча вскрыли черепную коробку, смотрят, а там всего две извилины. Ну, доктор, недолго думая, взял и сделал еще одну извилину. Ну, после операции Чукча подходит к зеркалу, смотрится в него и говорит: «Ось, як и я гарный хлопец». Пришел Чукча в магазин. «Дайте мне вон ту гармошку и вон ту трубу». «А мы Чукчам гармошки не продаем». «О, а как вы знали, что я Чукча, однако?» «А только Чукча может на радиатор отопления сказать, что это гармошка, а на огнетушитель, что это труба». Пришел Чукча домой пьяненький. Стоит в прихожей и смотрится, значит, в зеркало. Жена его спрашивает: «Что-то он делает?» «Да вот смотрю, однако, кто к нам пришел». Пошел Чукча на охоту. Увидел двух зайцев, они разбежались в разные стороны. Ну и у Чукчи вслед за зайцами глаза разбежались в разные стороны. Назад никак не сходится. Пришлось вести Чукчу к доктору. Ну, доктор осмотрел Чукчу и посоветовал положить ему на переносицу яйцо. Мол, Чукча будет смотреть на яйцо, глаза и сойдутся. На следующий день доктор встретил жену Чукчи. Она в трауре. «Что такое?» — говорит доктор. «Ой, Чукча помер. Мы ему яйцо стали на переносицу тянуть. Когда до пупка дотянули, он и...» Пришел к врачу Чукча. «Доктор, мой сын совсем не ест мясо, молоко, масло». Врач внимательно осмотрел мальчика и говорит: «Ты вполне нормальный ребенок, а че же он не ест?» «Однако нету». Жена Чукчи родила 12-го ребенка и выписывается из роддома.
Ну, на прощание медсестра говорит ей: «Ну, я думаю, через годик, примерно в это же время, мы снова вас увидим здесь, а?» «Нет, нет, больше мы с вами не встретимся». «Почему же вы так думаете?» – удивляется медсестра. «Каждый год рожаете». «Нет, потому что мы с мужем наконец-то поняли, откуда дети берутся». Приходит Чукча сдавать анализы и приносит 3-литровую банку мочи. Ну, медсестра смотрит на него и говорит: «Ну ты еще этот чемодан говна принес». Чукча вытаскивает из-за спины чемодан и говорит: «Однако Чукча знал, что понадобится». Сидит Чукча около чума, качает головой так и говорит: «Ай-яй-яй, ай-яй-яй, не дает Чукче покоя ситуация с Гондурасом». А жена ему говорит: «А ты не чеши его».